Здрасте, дорогие друзья, это обзор игры, мобильной игры, сказочный патруль. Как и сложно догадаться, мобильная игра, скрупленная автомобильника, данная игра сделана по мультсериалу, созданной студией Паровоз, сказочный патруль. Вот, в этой игре вы можете играть одним из персонажей данного мультсериала. Я не буду говорить, каких фанаты сериала знают. Вот, за четверых персонажей, у которых есть свои способности. Также в игре вы должны выполнять всякие задания по типу GTA. И там вы бежите по сказочному миру, состоящему из 5 локаций. Карту можно тут посмотреть в мобильном телефоне, который есть у персонажа. Также там все время обновляются всякие задания, скажем, обновления для игры, появляются все новые и новые задания. Вот. Также вы можете тут зарабатывать на заданиях очки. За очки и бриллианты вы можете покупать себе различные безделушки, вещи и так далее. В общем, игра наполнена всякими интересными штуками. Также вы тут можете, есть способность менять погоду, как вам угодно. Много всего. Тут мир очень живой, даже ездят машины порой. Правда, в них нельзя садиться, но тут вы должны в каждом, некоторых там, например, заданиях собирать всякие грибы. Также можно использовать фотоаппарат, с которым вы можете фоткать различных существ, а потом идти к торговцу и продавать данные фотографии. Даже их коллекционировать. Графика сделана в мультяшном стиле, в своем стиле, очень приятном стиле. В общем, игра очень хорошая, только вам потребуется очень мощный мобильник за где-то за 10-15 тысяч. Там, например, такие как Samsung Galaxy S или Nokia Lumia. А теперь перейдем к обзору мульта. Итак, приступим. ETS Pet Shop 2018 года – это мультфильм, где по животных, где вы попадете в мир животных, и там главный герой повстречает своих друзей. В принципе, в песне мы видим заставки. Если послушать, вообще такая попсовая, не очень. Главный герой тут якобы показывает, что собака, но на самом деле не собака. На самом деле тут главный герой — это черепаха, который является по сути блогером, которая по сути путешественница, любит заходить на курорты с камерой. Она нигде с камерой не расстается, любит к друзьям в гости даже заходить. Юмор тут вообще не смешон. Вообще. И вообще это не тот Littlest Pet Shop, который мы все любили. Про песню я уже сказал, но... А как же юмор? Юмор, я же сказал. Голоса, особенно черепахи и остальных животных, подобраны очень хорошо. В английской озвучке очень слышать приятно. И, в общем, состав озвучки очень хорош. Стилистика все та же.
В общем, давайте спросим интервью у разработчика. Но для начала я должен рассказать, причем вообще тут маленький зоомагазин, когда тут... Да, там есть какие-то звери, но, блин, причем тут маленький зоомагазин, вообще непонятно. Вот, ладно, если... Там вообще не пахнет маленьким зоомагазином, никаким зоомагазином. И, ладно, если бы назывался мультсериал, например, «Тайна домашних животных» или... просто «Мир домашних животных», к примеру, это бы имело смысл. В основном, сериал там про какую-то черепаху в мире животных бегающую. В общем, такой вот непоняток. А сейчас вы увидите что-то подобное, похожее на Литрес Pet Shop. Там как бы тоже животные есть, но вы должны понимать, это шикарно, это что-то огромное, это вообще новое. Да, мы создавали этот мультфильм целый год. Мы старались вам это показать на самом деле, да, вот. И там какая-то черепаха-блогер, мы решили высмеять блогеров, короче, да, вот. Блогеров высмеять, да. Вот, это самая актуальная тема, поэтому мы решили детям это показать, высмеять, это так сказать. И, в общем, это крутой мультфильм, и который надо, как бы, посмотреть, вот, и надо, вот, в общем, это самое, мы сейчас вам покажем, картинки, которые относятся к этому мультику, и, ну и все, вот, первый плакат, там, животные какие-то, секреты, ну, вообще, это коробка от игрушек, это рекламный щит наших игрушек, мы все делаем ради игрушек каких-то, ну, вы должны понимать, вот, игрушки, флитифлюшки, это классно. Вот, второй, эта заставка, она просто вообще классная. Мы ее вот, одна из серий, это вообще какой-то, посвящена какому-то концерту. И да, вот, концерт, какие-то там верюшки, вообще, вот, сейчас потанцуем, оп, классная музыка там, да. Вот, мы классные песни сочиняли, да, вот, давайте, тролливали, телевили, тролливали, вот, и там вообще много классного есть, да, но главное, что там есть музыка, и все. Вот смотрите нас на ютубе, короче.